помимо теоретических знаний, здесь дают практические знания и уверенность в себе, которая тебе позволяет даже с нуля, после прохождения школы тренеров здесь, начинать какую-то деятельность с аудиторией. Мы проводим тренинги как для некоммерческих организаций, так и для разных групп. У меня есть и молодежь, есть и пожилые люди, которые требуют разных подходов. И те навыки, которые дают здесь по групповой работе, по навыку публичных выступлений, они дают тебе уверенность и умение работать с любой группой практически. Коммуникации в некоммерческом секторе крайне важны, это важнее, чем что-либо другое, потому что это наше умение выстроить отношения с волонтерами, с донорами потенциальными или реальными, между собой. И это обогащает нас ресурсами, потому что для нас общение, правильное, эффективное общение – это инвестиции в будущее.